Та-дам! Вот мы с вами и телепортировались прямо на четвертый этаж. Отсюда нам, для того, чтобы попасть в нашу квартиру, необходимо пройти всего один лестничный проем. И мы окажемся прямо там. На бонусном уровне. Вот мы с вами попадаем на прекрасный пятый этаж. На нашем этаже находится 4 квартиры, а следовательно у вас будет 3 соседей. Одна из квартир 100% сдается. А в этом удивительном помещении, которое пока неизвестно кому принадлежит, можно хранить свои вещи или поселить маленького мальчика. Пройдемте к нам в квартиру. И мы с вами попадаем в просторный коридор с высокими потолками, где на данный момент находится большой шкаф-купе с прекрасным зеркалом, в которое я вижу себя в полный рост. Тут, под этими высокими потолками, можно расположить множество антресолей, в которых можно спрятать баночку варенья. А вы, я так предполагаю, можете сделать тут удивительный ремонт прямо для себя, такой, который вы захотите. Далее мы попадаем в просторную студию. Тут у нас есть зона кухни и зона гостиной. Что это такое? Кажется, кто-то забыл тут свой пропеллер. Как вы уже обратили внимание, студия – это пространство open space. Тут у нас с вами open шкаф и, конечно же, островок. Островок любви, на котором вы сможете найти доступ к сердцу своего мужчины через желудок, приготовив ему еду на этой прекрасной плите, достав ее из удивительного холодильника, для которого тут найдется место. Если собственница заберет этот, вы поставите свой. Тут можно сделать отдельную столовую, либо кабинет. Поставить огромный компьютер, кресло офисное и работать и еще раз работать. В гостиной у нас находятся шкафы. Тут я бы сделала их гораздо больше и интереснее. Конечно, самое лучшее использование пространства – это когда шкафы до потолка. И телевизор. Какое окно! А вы представляете, из этого удивительного мансардного окна вы можете наблюдать ночью за звездами. Тут можно поставить кровать и смотреть, романтично любоваться со своим мужчиной. Ну или если вы мужчина и покупаете квартиру вместе со своей женщиной на звездное небо. Кстати, при сдаче тоже можно использовать эту фишечку. Что сказать о сдаче? Рядом, в соседней каравелле, аналогичная площадь сдается минимум за 60-80 тысяч рублей, а посуточно за 3-4 тысячи. Именно поэтому, когда вы будете сдавать ее, вы сможете заработать очень много денег и наслаждаться видами на зелень. Воу-воу-воу! Я поняла, чей это был пропеллер. Па-бам! Мужчина в самом расцвете сил прилагается бонусом к этой квартире. И вместе с ним идет небольшая баночка варенья. Звоните мне для того, чтобы получить больше информации об этом объекте недвижимости. С вами была Дарья Сорокина, риэлтор у моря.